и Sportbets.com. Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Dota 2 до Hearthstone. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает first blood? Кто заберет первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до $600. И Sportbets.com. Живой азарт и холодный расчет. Ну что же, возвращаемся в Counter-Strike. Мы видим, на полную катушку начинается вторая карта между Na'Vi и Team Solomid. Студия StarLadder TV, Кван Вейс. Привет. Привет, привет. Да, продолжение сумасшедшей баталии между этими двумя шикарными командами. Карта кэш, и Na'Vi достаточно неплохо действует при выбивании пистолетного. Да, должны они додавливать к сипмикса и... Молодцы, ребята, 4 в 4 было в убивании, если я не ошибаюсь, да, и выбили они 4 в 0. Каджум подзатыкал очень жестко, отвел прицел как раз в момент, когда на него выходил игрок команды Na'Vi, и в такой нужный пистолетный раунд достается именно дефенсу. Ну что ж, интересно, готовы вообще Na'Vi противостоять на кэше топовым, супер топовым коллективам? Ну, в принципе, должны быть готовы, иначе зачем они его черкали, зачем они его выбирали? Ну, выбирали его ТСМ, и, возможно, были просто более выгодные другие карты начеркать против ТСМ, да, допустим, тоже Инферно, которая, наверное, одна из лучших карт у все тех же датчан, да. На кэше, возможно, Na'Vi думали, что у них больше шансов, ну и однозначно, я более чем уверен, что ребята готовят тоже эту карту, поскольку, ну, без этой карты сложно выигрывать какие-либо турниры. Да, мапул должен быть максимально большим, в любом случае, у каждой из команд. А, ну и вот взяли первый раунд, пистолетку, сразу три эмочки, ФАМАС. Готовы дальше набирать преимущество Na'Vi. Ну что, бомба под бета, будет спидпуш через мидл. Взрывается ксипник. Скаджим пытается занять вентиляцию. Получается, ну надо в плен выходить, а это уже проблема. Ну, флен, по идее, готов там принимать, да, там трое игроков уже и... Да, Флейми казнь устраивает двоим, Эдвард на хилпе и без шансов. Спокойненько. Флейми посбривал вообще так быстро всех, ты видел с этой канавы? Одна каска улетела, потом вторая, третья, он еще и в четвертого успел дэмэдж дать. Джек-потрошитель из команды Na'Vi сделал целую серию фрагов, и в итоге 2-0, фулейку для команды Team Solomid. Ну и датчане снова в качестве догоняющего коллектива пытаются снова наверстывать упущенное. Как это было и на оверпассе? Давайте смотреть. Я в команде Hellraisers называл Флейми Флейминатор, потому что когда он включается, его действительно сложно остановить. Тоже тут прием от Сейза, да. Забрал двоих, там одного взорвал уже Гвардия. Ну и буквально в два дула атака была за секунду остановлена. Дефолтный выход мейна не получился. Ну и как мы видим, вот он 3-0. И вот они калаши. И вот он мапул. Да, оверпасс позади. 16-14, минимальное преимущество Na'Vi, но все-таки 1-0 по картам именно для этой команды. Да, сумасшедшая клоуз игра была, счет был 14-14 до самого конца, и вот после тайм-аута Na'Vi собрались. Да, помог небольшой тимток украинской организации, но Team Solomid пытается играть первые девайсы через мидл. Пока что с разменами Эдвард казнил Каджумба, пытается уйти, ну... Ушел. Гвардия должен был размениваться, но не попал. Молясь, в итоге 3 в 3. Хорошая флешка, Эдвард, фрифайр, но тут понятная ситуация. Все было хорошо в раунде до того момента, пока Гвардия не умер. И вот дальше как-то аплен просто рассыпался немножко. Но... Ошибка от Дюпри, в итоге 2 в 2, и не все так плохо. Да, по хелсбарам абсолютно равная ситуация. Бомба стоит, и Na'Vi просто нужно делать хорошее четкое выбивание. Керриган в точке, мы видим, закрывают его смоуком. Ну, позиции дефолтные, Молотов не решает вопрос в Керригане. Ну да, ну у Керригана такая не самая предсказуемая позиция. Ох, Сипник словит в полете Сейза, да. Да, хороший фраг от Сипникса. Ну все, Флейми меж двух огней, ну как он аимит? Один в один, Керриган или все-таки Флейминатор? Не успеет, да? Или нет, успеет? По идее не успеет, но... Но раунд был хороший. Очень, очень серьезные два фрага, действительно.
Вот как Сейзед начал бодренько на первой карте, на оверпасе, также вот Флейми. Зажегся, вот они, 8-0. Да, смотри, что очень важно, что ТСМ скупаются на последние деньги, да, у них все игроки умерли, и даже нету дропов, соответственно, нет особо никакой раскидки, мы видим 4 смока, 3 флешки всего лишь. И 2 АВП такие у Нави. А у Нави, да, в то время 2 АВП, 3 кольта, все чуть-чуть получше по гранатам, но тоже не full buy, но все же. Да, ну все же ставка именно на снайперов идет, чек мейна, тут же один датчанин, ну, дал дэмэджи немного. Ну что, задавит его, да? Да, нужно заходить, убивать его префайром, поскольку позицию он не успевает поменять, и если он будет ее менять, его контролит снайпер. И в итоге Эдвард сбрил еще и мидл карты, остаются, мы видим, втроем ТСМчики, зная, что там два снайпера, ну и надо очень серьезно постараться. Да, очень хорошая первоначальная агрессия от Нави, они делают два минуса, после нужно уходить в закрытую, вообще особо никого не чекать. Вот еще и Гвардиан, если я не ошибаюсь, рейлит в миде Керригана. Нет, это Эдвард. Эдвард, да? Гвардиан пода, мы видим, контролит пока что мейн, стяжка от атаки в район Б-базы, ну что же. Б-план смотрится очень, по-моему, уверенно. Промахивается Эдвард, нет. Ну, смотрелся уверенно, пока не убили Эдварда, дым на КТ, а размен от Флейми. От Флейми в спину. Реакции качу, не понял откуда. Да, еле-еле Зевс его доспрейвит последними пулями. Ну, да, нельзя сейчас отдаваться, нужно ждать своего тиммейта и играть исключительно на чек. Девайс не сгорел. Ну да, тут все еще было хорошо, поскольку Гвардиан был готов сразу же разменивать, да и просто хватило молотова. Да, несмотря на проигранный четвертый раунд, у Нави был фулл закуп с двумя АВП без раскида, они его реализуют, ну и как мы видим, все, денег нет, 1400. Да. Очень-очень хороший такой рабочий раунд от Нави. Первые два минуса, потом, ну, достаточно все грамотно ребята делают. Были минимальные ошибки, но, в общем, хороший раунд. И самое главное, что они сделали, они поломали сильно экономику своему оппоненту. То есть один за два раунда был. Так, мы видим, продолжается довольно агрессивная игра. В этот раз Сейза не пошел, но, тем не менее, должен был слышать, что движуха в мейне была. Пацаны уже в упоре, Сейза. Интересно, чем это все Хорошую закончится. Позицию он занимает с фармганом, обновляют ему еще смог и флешечка туда же. Ну, ТСМ ломанутся. Вопрос, насколько жестко, потому что тут три дула Нави уже под точкой. Да, Даня тоже готов с ними принимать, он и на гранате, и если что, с девайсом. Сейзед рискует. Его тут абсолютно никто не ждет. И, опа, пошел. Пошел разрыв, два фрага успел сделать. Юбри отвечает минусом. Сильник контролит коннектор. Ну, без шансов. Фармганы свое дело сделали. Да, Зев ставит точку в раунде, 5-1, ну и ну, снова как-то денег и нету ТСМ. Экономика действительно подорвана серьезно. Да, и сейчас вот, ну, если они решат закупиться, то, ну, не знаю, очень сложно будет выходить на один из плентов, тем более, когда есть такой ОП, как Ковач. Вот решили один ТЭК-9 приобрести, в итоге есть 5 флешек и 5 дымов. Ну, этого уже хватит на выход. Ну, вопрос снова с финансовой точки зрения, насколько это было оправданное решение. О, ТСМ сегодня на протяжении всего игрового дня, если есть деньги хоть какие-то, они форсятся постоянно. В итоге 3 Галила, Калаш и ТЭК. Гвардиан вместе с Денисом, нет, вместе с Флейми делают очень грамотный поджим. Соответственно, у них сейчас есть вся информация о том, что под Б никого, и где-то 3-4 человека будут принимать А-выход. И... Да, Флейми тут остался один, мы видим полностью все смещение пошло у команды Нави в плен. Ну и снова это будет выход мейна, и снова Нави к нему готовы на 200%. Да, по-моему, больше даже, чем на 200%, абсолютно прочитанная ситуация вся, и сейчас нужно только перестрелять и грамотно отыграть в ситуации. Ну что, пошли размены, ТСМ просто блок выходит в плент, и пока получается на самом деле. Мне кажется, проблема была в том, что не смотрел никто мидл, и вот весь упор был на плент. Флейми в спину хотел выйти, но его тут ксипник нашел. Перестрелка, 3 в 3 на карте, есть флешка, Зев слепой. Бомба стоит, девайс 19 кп, в точке. Гвардиан прикрывает своих товарищей. Девайс пошел, вот тайминг хороший, хп не было. Зевс размен, в итоге Керриган один с теком. Есть информация о нем, и сейчас его будут сжимать с двух сторон. Зевс должен мансовать, молотов горит сзади, да, все. Второй раз Зевс, кстати, делает шашлычок из датского игрока. Ну и в итоге 6-1, да, успевает задефьюзить. На последних секундах, но все равно хороший раунд от Нави, молодцы. Да, выиграли, ну и там снова нет денег. Пока что уверенно, оборона набирает обороты, снова 2 АВП. Ну вот этот тег, не было девайса у Керригана. Вышли на ТСМ хорошо, но немного не хватило. Да, да, и в какой-то момент казалось, что они заберут уже этот раунд.
Ну, не знаю, хорошо Нави действовали при выбивании, и это позволило им забрать все-таки раунд в свою пользу. Да, и Флейм из спине убил Ксипникса, и в принципе все получилось. Да. Ну, ТСМ продолжают закупаться волевыми какими-то закупками с малым количеством гранат, да и вообще много галилов. Смотри, галил против АВП, Каджун рискует очень серьезно, дал демеджа, ну там 20 хп буквально отнял. Гвардиан! Поджим, да, насколько нагло и уверенно играет Гвардиан. Конечно, его страхует здесь Ковач. Ой, Ковач, говорю, Флейми. Ну что, есть первый минус. Под Б ТСМ вообще не получается выходить. Там агрессивная АВП, там второй раунд была аркада от Нави. Ну и как мы видим, это будет мейн, это будут двери. Нави к этому снова вроде бы готовы, вся хелпа сместилась. Да, сразу прилетают грены под дверь. Одна, вторая, не дают, в общем, ничего. Ну что, надо, что побивало АВП, потому что почему-то пока что мажет игрок Нави. Дюпри вот с подсадкой, возможно, удивит. Да, есть минус по Зевсу, под ним еще снайпер, 3 в 3. Ну что, вышли, поставили, теперь дело за Нави. Забрали красного Дюпри, сейчас в большинстве Нави и будут продолжать делать свое выбивание Аплента. Керриган, хорош, сыграл в уборе, даблкил. Два красных, вообще все красные. Да. Красная жара просто для Сейза, да. Есть разменчик, диффузик. Есть. Есть инфа еще и по Керригану. А, чуть-чуть еще. Ксипникс еще и в голову попал. Ну что, 6-2, чуть размачивают всю эту доминацию, но по-прежнему денег у крайне мало у датчан. Да, ну зато АВП засейвили. Да, есть хотя бы АВП, благодаря которому можно сделать какой-то. Кстати, и у Нави денег-то не так, смотри, где. Где? Да, нету. Эко, мы так сильно удивили внимание датчанам, что не заметили, что у Нави-то у одного Гвардиана есть финансы. Они да. Сами, по-моему, в шоке такие на респауне да. Стоят. 6-2, у нас же были деньги. Да. Мы же делали стрик, пацаны. Кто все прогулял? Непонятно. Ну тут, если ТСМ отдадутся, то будет очень приятно. В противном случае... Опа, он увидел? Нет, не увидел. Это пацаны там вдали мансуются. Ну и все стали. ТСМ ждут агрессии опять-таки под Б. Есть дымочек. Закрыли Зевса. Сюда же флешка. Вторая флешка. Каджун уж очень боится аркады. Зевс его должен был увидеть. Ну, смотрим, халды. Причем вот ту сейза да агрессивная позиция. Поджал дверки. Пытается начекать Нави везде своих оппонентов. Ну, тут мы видим подсад пока делают. Снайпера закинули наверх. Дюпри с диглом, кстати. Опачки. Увидел пистолет сейчас девайс. Есть понимание, что за раунд у Нави. О, у команды Team Solomid. Надо собраться им. Но Нави как-то агрессивно играют, то есть, несмотря на пистолеты. Они чувствуют уверенность в первую очередь. Ну это будет Б. Будет Б, а там один игрок. Да, Ковач уже в спине. Хелпа не успевает занять позицию и вообще как-то помочь Зевсу. Да, у Зевса проблема, его тут мы видим давят. Никого не убил. Крайне сложно было что-то сделать в этой ситуации. Да, Гвардиана нашли, но тут ТСМ приняли верное решение. Пистолетка, все вместе собрались и под конец раунда прорашили Б. Все вышло. Хорошо. Да, в пятером месте критичные позиции закинули смоками и спокойно зашли на плент. Результат не заставил себя долго ждать, но вот в итоге оружейка для двух коллективов, хотя там два Фамаса и Эдвард с верой в лучшее, видимо, будет этот раунд отыгрывать. Ты знаешь, странно, у него еще 3300 остается. А, нет, показалось 3300 вообще. 100. 100, да. 100 долларов. Гвардиана 1000. Зевс агрессия снова в центре карты, ну, Нави... Пытается навязать свою манеру игры. Здесь вентиляция. Тут же Гвардиан попытался реализовать снайперский девайс. Ему дали дэмэджа, но все еще живой. Сейзет, ну, он рано или поздно побежит, по-моему, вот эти спауны сюда. Вот он уже второй раунд так подходит потихонечку. Что-то его пока это останавливает, да? Да, ну, не хочется погибать первым. Б пустой, если вы не видите на карте, на Б вообще никого, Зевс в винтах. Да, упор на плент полностью, и сейчас Нави, к сожалению, не понимает, куда будет направлена атака, я думаю. Ну, должны вот как бы, вот, понимать, куда направлена атака. Сейзет поджал, хороший размен, ТСМ нужно прямо сейчас выходить. Ну, ты знаешь, вот этот фраг не дал много информации, поскольку человек направлялся мейн под плент. Нет, все-таки Нави понимает все. Да, делаю стяжку, ТСМ немного теряется. А где же Зевс? Где все еще сидел в винте, выпрыгивает спиной из пистолета, его минусует девайс, Сейзет бежит как можно быстрее, Флейми огрызается, 2 в 2 на карте, размен, бомба ставится, Сейзет один, что он выходит в дымы,
Контроль от его, и это четвертый раунд для TSM. Ну, как-то чуть начинают отдавать раунды Na'Vi. Да, Team Sulamid. Но вот выходы под Б получаются. При этом, кстати, в двух раундах тут то был один Зевс, то вообще никого. То есть Na'Vi, вроде бы они и заняли центр, прооркадили дверки, но вот как-то Б они вообще не контролили. Да, они, вот в последнем раунде они не успели просто занять качественные позиции, с которых было удобно отыгрывать, а еще раундом ранее просто было эко, поэтому... И вот сейчас снова эко. Если в начале катки проблемы экономические были у команды TSM, теперь то же самое для Na'Vi. Ну, раунд за 20 секунд, все понятно, вышли, погибли. И 5-6 на табло. Ну, это пот. Да, это пот. Начинается все тот же пот. Ну что, Team Sulamid по фрагам все ровно. 7-7-6-8. Средняя статистическая одинаковая у всех. У Na'Vi пока проседает Эдвард. Зато у Flame и Сейза до 13-11 фрагов соответственно. Да, эти ребята вообще вдвоем сегодня отыгрывают на высочайшем уровне. Да. Что, агрессивный мейн? Это уже... А, нет, пошли в подсадку. При этом могут их кто-то увидеть. Так. Да, начекали, но Гвардиан рука не дрогнула. Ох, смотрите, как он делает. Молодцы, ребята, хорошо разобрали ситуацию. Вообще, все неплохо вышло. Успели подсадить Дениса. Ковач с этой позиции дал минус. Да, в два дула. После чего тянущихся за Ковачем оппонентов прикрыл Сейзит. И в итоге Каджумб один. Бомба, понятно, осталась у нас в мейне. Пошли давить. Гвардиан завершает логический раунд. Да, 7-5 в пользу Na'Vi. Тут Team Sulamid. Они вроде бы как и увидели такие. Ага, все, это пацан, давайте его убьем. Ага, не тут-то было. Не тут-то было, да, ребят на месте. Гвардиан великолепно начал раунд, Сейзет поддержал, ну и в итоге 7-5. Да, нужно забирать Na'Vi еще 3 раунда, если они хотят надеяться на успех на этой карте, поскольку в атаке им будет так же сложно, как и на оверпасе. Вот сейчас, ну... Ой-ой-ой, девайс не выстрелил, не попал, непонятно, звука не было, но вот дэмэдж по Сейзету прошел, видимо, текстурку все-таки зацепил снайпер команды Team Sulamid. Давайте смотреть, пока что вот в мейне был контакт, Na'Vi, ну, через раунд сюда выходят, и уже погиб Гвардиан. Да, убил его девайс с буста в мидле, но перед этим хотели сделать подсадку с головы на буст, все тот же. Сейзет, ответка, тут же Эдвард агрессивно, мы видим, под центром прячется в дымах. Каешечка. Дэмэджа не было, слишком далеко она. Глубоко приземлилась, есть какой-то раскид. Ну, Team Sulamid, но Эдвард смещается за цемент. Бомба в мейне, тут у нас один сейзет. 4-4 ситуация по-прежнему, и, по-видимому, атака будет направляться на апленд. Na'Vi к этому не готовы. Да, ну вот. ТСМ угадывают, вопрос только пробьют ли Сейзета, потому что Сейзет пока что жесткий. Сейзету нужно где-то холдиться в самом дали и по максимуму ждать, тянуть время, ждать своих тиммейтов. У Na'Vi начинается смещение, Сейзет 17-4 хп, ну какой он дэмэдж сделал? Дюбри 1% жизни, Стипник 6. Все, хелпа пришла. Падает бомба, Керриган открывается. Там спину уже с погрузчика закрывает Керриган, точнее Дюбри. И в итоге Каджумп 1 будет ставить просто на морозе. Что с ним? Понятно. Подзавтыкал. Ну, он ждал, по-видимому, какую-то агрессию с распа. Ну что, тут мейн и КТ. То есть он между двух огней, между молотом и наковальней. Хаешка. Опа, штрафанул первого. Ну, как-то не вместе ребята начали из Na'Vi играть. Слышит топот, и какой минус. Клатч раунд от Каджумба. Ну, зажестил. Тут и Na'Vi как-то действительно по одному. То есть они вроде бы из двух сторон были, но... Да, проблема в том, что вот до того, пока не прилетело к Каджумбу Грена, он не знал, где находится второй оппонент. И Зевс себя выдал этой Греной. Соответственно, Каджумб сразу понимает, что мне нужно выходить и принимать решение как-то выходить в одну сторону и стреляться с одним оппонентом. Он сразу убивает Зевса. Ну, и дальше ситуация один в один. И, так сказать, последнему контру нужно открываться, что-то предпринимать. И по нему уже есть информация. Да, все получилось предельно понятно для... игрока команды TSM и для Na'Vi вроде бы все делали то, что надо. Немного лишняя хаешка, и вот проигранный раунд, эко, и по ходу дела 7-7. Да, догоняют TSM, ну, несмотря на то, что первую половину встречи они проиграли. И достаточно так серьезно. Ну, не то, что серьезно, но первую часть встречи они проиграли точно. Сейчас они все-таки сравнивают счет. Ну и все решится у нас, видимо, уже на смене. На этой карте тут два P250, но они ждут стяжки в респаун, немного палятся еще прострелами. В принципе,
Ничего удивительного, Сейзет погибает, Гвардиан остается один, это будет ничья, ну и посмотрим, кому достанется раунд преимущества. Опа, с пистолетиком такой спокойно смещался Керриган. Да, задавят, скорее всего, Гвардиана. Я думаю, нет у него здесь шансов. Из Т спауна из-под Б выходили игроки атаки. В итоге 7-7. Есть минимальный закуп у Нави. Без хаешек, одна, две флешки. Да, я думаю, что это может быть даже будет какой-то агрессивный раунд от Нави, поскольку нечем отфлешивать и нужно сразу навязывать своим оппонентам какую-то агрессию, я не знаю, размен. Ну тут 2 АВП, то есть они будут ждать, скорее всего, этой агрессии. Зачем им 2 АВП? В принципе, да, но Нави не знает о том, что там 2 АВП. Могут полезть. Да, вот он. Агрессивный Зевс, девайс его штопает, ну, подловил. На ровном месте, Каджум в центре все еще вроде бы не полил свою снайпу. Ну и вот тут идут давить. Два дуба ТСМ. Керриган, разменчик. Промахивается. И это очень хорошо для Нави, поскольку Эдвард забирает еще и Каджум. Каджумба. Каджумба. Ну что, Сейзет до конца сидит, Ксипник разменялся, но долго-долго Сейзет будет прибегать, и надежда вся на Гвардиана. Смотри, что Кость делает. Ой-ой-ой. Смотри, как он еще и убил. Еще второго убил. Вау, это просто невероятно. И после этого у него еще остается 73 хп. Давит его последний оппонент. Ну нет инфы, нет инфы. 1-2, Ксипникс. Такого точно не ожидали датчане. Ксипникс пошел за бомбой. Ковач. Сейза все еще в винтах. Далековато. Просто ждать, Ковач. Ксипникс мансуется, ждет хелпы. И Сейзет. Гвардиан буквально спас свою команду в последнем раунде. Очень грамотно сыграл. Не побоялся такой, вышел. И ТСМ не ожидали. Не ожидали, абсолютно. С калашом стоит такой, смотрит на него. Да, тут выходит Гвардиан, еще с вертухи успевает убить в голову одного, потом второго. Да. На уверенности. Раунд Гвардиана на самом деле, поскольку вот я смотрел на всю эту ситуацию, и мне казалось, что ничего здесь уже не спасет их. Да, что Гвардиан выйдет в смок, его убьют, Сейзет один там, да, за полкарты. Один в три, как бы, да, уже такие раунды датчане не отдают. Но в итоге 8-7, начинается вторая половина, минимальное преимущество для украинской организации, смотрим за сменой. Ну, пистолет. Если заберут Нави, шансы их увеличатся на эту карту. Что по закупу, арморы, один смоук, два смоука у Нави, там декой и хаешка от Ксипникса. Два смока и, ну не знаю, два смока можно пойти как под Б, так и под А, но... Больше мне кажется, что это какая-то задумка, выход Б, чтобы положить один смок в хелпу, другой в девятку, но я могу ошибаться. Пока халдят, пока халдят Нави, пытаются собрать какую-то информацию. Да, возможно, их подожмут, и ну как-то ошибется команда соперника. ТСМ стоят. Трое под А, один Б, один мидл. То есть ждут выхода А все-таки. ТСМы, бомба в респауне. То есть как под А, так и мидл сейчас могут спокойно подсадиться Нави. Они, по-моему, это и делают сейчас. Да, Эдвард уже сверху. Да, это будет либо сплит А, либо сплит Б, по-видимому. Потому что двое или трое игроков пойдет с буста. И вот уже дальше они могут действовать как по ситуации от размена идти на или на Б. Или же у них есть четко заготовленный раунд. Инфы вообще никакой. ТСМ нету. Вот он смог под А. Бомба в центре уходит под Б. Это развод, два игрока в центре, девайс боком, девайсика сейчас нашьют. Да, отпустили полностью мидл датчане, в итоге это была ошибка, продолжается перестрелка, Каджумб, есть размены. Но это Б. Да, Нави заходит вдвоем на одного оппонента, должны его вместе давить разменом. Упри очень долго живет, но Сейзет додавил. 2 в 2 ситуация, очень все напряжно. Денису нужно менять позицию о том, потому что по нему есть точная информация. Сипник видит спину, есть инфа, что один на КТ выходит, там же должен быть где-то у нас мистер Каджумб. Ну и в плохой ситуации Нави, поскольку сейчас Дениса могут загнать. Нет, решили загонять один плент, убивают сразу флейми. Ну все, Сейзет, 5 кп. Да, прочитана ситуация, в принципе. Денис мог чуть пораньше, ну хотя было рискованно достаточно. Господи, просто. Господи, невидимый игрок, кто дефузит? Я пытался включить Каджумба, его не было. Дайте заставку, пожалуйста. Вот так вот и раунды он берет. Никто его не видит, а он всех убивает. Просто на GoTV пропал игрок, нормальная ситуация. Ну что же, ТСМ. Затащили, так, припотел немножечко даже. Ты представь, да. Как ребята там припотели. Да. Ух, возвращаемся в катку. 2 по 90. ТСМ со своими баями сегодня удивляет. Нет, ты знаешь, а мне вот нравится, в общем, по 90-50 патронов. Ты очень долго можешь принимать оппонента, долго не релодиться, не свечаться. Да, ну. И я, в принципе, во многих ситуациях, ну, на определенных позициях, конечно, да, когда ты играешь где-то опорника, я поддерживаю. Опять пресс. Залетел уже второй раз за катку. Найдите, кто это. Фейсы, организаторы. Нащемите этого парня, все, он пауз, вышел игрок. А, ну что, 2 по 90, Коль, ты что там,
должен быть дроп у девайса, у него $50. Коэффициенты 52-48 у вас на экранах. E-Gaming-Base то же самое соотношение. Ну и эко для Нави. С одним калашом, ну еще можно на самом деле, есть раскид. Да, дропа КМ это достаточно неплохо. Ну, Нави умеют и любят разыгрывать такие раунды, поэтому вся как бы надежда здесь на Дениса будет, если он сможет открыть. Да, его подсаживаю сразу в мидл, тут же Эдвард, по идее, его страхует. Да, здесь никак никто никогда не будет ожидать АКМ. А вот будут ли ожидать вот этого тут парня, девайс XP 90 в мейне, ошибается Каджумп, он уже рейлин и 10 хп. Ну, Нави стоят, есть инфа один красный, но там и Guardian Sazer тоже попали под раздачу. А бомба бежит в респаун. Ну, у девайса очень сильная позиция. Сейчас просто один девайс держит все А. Да, девайсик тут дел. Вот он, да. И, соответственно, мы на него и смотрели. Да, соответственно, в других... Вот первый минус от Дениса. Бомба под Б, бомба под Б. Ну, снова... Все. Под моменталку будет чек под Б. Сейчас там двоих оппонентов просто стреляет дебри. А вентиляция, смотри, хороший тайминг от Флейми. Продавил мидл карты. Выйди девайс, погибнет, скорее всего, от Эдварда. Ситуация будет 2 в 4. Каджум красный. Каджум красный. Просто любой один патрон смог. Мог бы решить вообще ситуацию. Нашел в центре Эдварда. Бомба ставится. Уже неплохо для Нави. 3 в 3, 2 красных. Но ничего, в Флейме 80 хп. Остальным просто нужно жить. Что, девайс 9. Со всех сторон уже окружены. О, отличные два минуса. Остается один девайс красный в девятке. И просто жить. Да, девайс понимает, что диффузов нету. Такой раунд не берется. И спокойненько возвращается назад. Ну вот и один АКМ от Нави. Реализация великолепная. Опен фраг был. Вышли спокойненько в Б. И там уже 3 в 3 додавили. При этом, кстати, сейзит рейлин и сделал фраги. Да, молодцы. Все очень хорошо сделали. Действительно порулил АКМ, потому что он дал первый минус. После заходили на Б исключительно разменом. И тем самым, ну, позволили себе вообще зайти на плент, поставить его и сдержать. Ну что же, Нави выходят вперед. Да, там у нас снова какой-то суперфорсбай, как я вижу, раскидывая девайс. Скаут по 90. Будут ломать экономику в ответ. Ну, тут есть арморы и... А, в принципе, еще запас раундов как есть, и можно пробовать делать такие рискованные вещи. Чек мейна очень быстрый. Если бы ты видел, как девайс только что убил Гвардиана. На скилле. Нет. это было жестче. Девайс всегда. Почему автодиректор не включил ни того пацана? Девайс уже... Там два сумасшедших хедшота. Один в прыжке, другой просто начекал и прифайром сразу в пиксель. Ох уж этот автодирект. Да, и Нави остаются втроем. Флейми. Немножко Флейми подравнивает ситуацию, уже будет чуть-чуть проще. Ну, бомбова в любом случае. Да, один Флейми, по-видимому, будет стараться играть максимум разменов, делать шороху на Б, а два оппонента будут выходить спокойно, тихо на аплент и стараться просто на стрельбу. Ну, вот Типник, слышишь шаги? Там втроем на одного игрока. А побежали ТСМ, Типник понимает, что он один, и, как мы видим, развели. Развели сейчас Нави, Флейми с довольным лицом. Да, Флейми еще очень хорошо, что успел сделать минус у оппонента на Б и не отдал свой девайс на выбивание. После двух опенфрагов, казалось бы, 5 в 3, должны ТСМ и подсобраться, но... Молодец, Флейми, все очень хорошо и правильно сделал. Я думаю, это еще работа как бы всей команды. Ну, хорошо, действительно, разыграли раунд, он сделал один минус на Б, заставил стянуть туда всю хелпу, не умер при этом, и еще, когда ребята его вышли на А, он успел убить перетяжку, ну, одного оппонента в Б. Да, очень хорошо, но вот Нави не хватало таких раундов с раскачиванием дефенса на первой карте, на кэше дело обстоит получше. Ну, тут фулл эко для TSM и заявочка на 11-8 в пользу Нави. Бомба в медле пока что на стрел. Отрабатывают Нави. Гвардиан подкрался в точку А. Там тем временем принимают Каджумба. Заходят на бэк-чеком. Да, там уже Денис принимает всех в спину. Ну, как мы видим, Нави спокойненько, без потерь, оформляют этот раунд. ТСМ понимает, что, ну, как бы уже можно и подпотеть здесь, как бы. Нужно подсобраться. Да, три раунда подряд в копилке украинской организации. При этом последние два довольно уверенные. Керриган Дюпри с двумя эмочками. Раскидка центра. Ох, тут Керригана забросали просто. Нави даже нос вынесу сюда. Да, снова подсадка.
Вот не увидел почему-то Эдварда, а вот теперь увидел, решает не воевать. Еще одна хаешка от Нави, в ответку смоук. Да, сейчас датчане, я не думаю, что будут перестреливаться как-то в открытую или делать необдуманную агрессию, поскольку, ну, раундов осталось мало, и им нужно сейчас забирать все, если хотят выиграть в этом матче. Нужно как можно более надежно тут стоять. Да, потому что Нави пока доминируют, у них экономика, они контролируют, в принципе, происходящее на карте. Ну, как мы видим, снова подсадка в центр. Нави халдят, выходят мидл. Этот раунд мы уже видели. ТСМ центр, ну, практически не занимают. Да, ложится еще и девайс под даблентом, где-то на прогрузчике. Есть первый минус. Ну что ж, ответка. Вот зря. Флейми дал минус и после отдался на ксипникса, хотя мог просто немножко похолдить и засплитовать аплент со своими тиммейтами. Смотри, бомбу оставили и пошли Нави шуметь в район Б. Да, и вот видишь, сейчас вот эта нехватка Флейми заставляет Нави вернуться и придумывать какое-то новое развитие в раунде, поскольку если бы Флейми по-прежнему оставался в двери, они могли спокойно засплитовать это А. Да, так они забрали бомбу, потеряли тайминга, Дюпри. Где размен? Это В уже выход. Так, Джумп, ну, вот умер Флейми, потеряли темп игры немного, Нави в итоге вышли на подготовленный плент, Севс один, ну, без шансов. Сейчас очень важно Нави взять АОП, ну, допустим, и сыграть какой-то четкий хороший раунд, который у них получается, для того, чтобы еще раз сломать экономику своему оппоненту и уже набрать 13 сразу. Да, было бы неплохо, как мы видим, Нави пока, видимо, решает, что закупать. Флейми, да, все-таки берет снайперский девайс, на последних секундах дает АВП Гвардиану. Давайте за ним как раз в начале раунда и понаблюдаем. Агрессивный мейн. Три игрока Нави сразу занимают эту позицию. Не выпустили Гвардиана, подперли. А, но тут дым. Тут дым, ничего не произошло. Опа, хорошая хае. Эдвард Сейзи сразу подкоцались. Чуть-чуть просели там. Да, пошла подсадочка. Дюпри на Б. Бомба в центре, но вот проблема у ТСМ именно с удержанием мидла. Нави сюда как себе домой выходят. Три дула на А. Первый минус от Флейми. В очередной раз он делает минус на погрузчике. Зевс убивает тень на апленте тоже. И остается один ксипникс. Нет, этот девайс в апленте. На ходу буквально поставил минус игрок Нави из мейна. Девайс. Ну что, будет угадывать. Или первого Флейми выжил. Второй минус, да, отлично. С двумя хп. Нужно было, правда, оставаться ему в двери и не терять свою жизнь, поскольку он был красный. Его по-любому ловили бы при заходе на плент. Ну что, Каджум. Тут же Дюпри уже сейвит, Дюпри уже спокойненько в углу сидит. Там поднял так и говорит, ребята, ручки-то вот они. Да, забирайте 12-й. Ну что, по деньгам-то не будет? И вот словно Нави слышат меня. Нет, там, я думаю, вряд ли, поскольку за победу, за проигрыш даст по 1.5, и по итогу там будет у Каджумба 3, у остальных... Да. 2-4.5. Будет там эко, но если посмотреть на графики, Нави серьезно доминируют в финансовом плане. Очень у них приятные цифры, больше 10 тысяч, в то время как у ТСМ 3.5. Посмотреть на урон. Так, ну тут есть минус Дюпри. Не пропустили два фрага. Дюпри забрал. По урону все намного ближе. Кстати, вот Сейз на порядок выше, чем средний командный урон. Да, Денис набрал неплохую форму, действительно. Да, в общем, Нави хорошо играет, очень симпатично мне в данный момент, как команда работает вообще над собой, над ошибками. Молодцы. Да, ТСМ решили, понятно, ничего не закупать. Дюпри один с эмочкой, агрессивный, наверное, мейн будет. Под смачок. Да, выход, но там уже в медле. Там уже в медле движуха, Нави занимают короткую. Есть инфа, но Дюпри... Оп-оп-оп, не убил. Чуть-чуть не хватило. Авансуется в дымах, видит Флейми. Размены. Но Зевс 4 хп дает фраг. 2 в 2. Зевс уходит, Дюпри. Ну как он его не убил? Если этот фраг зарешает, это будет вообще беда для датчан. Но в итоге смотри, с одной эмкой. Да, ты знаешь, вот тоже как-то непонятно. Тут и Каджумп, и Дюпри. Оп, по 2 фрага сделали. Каджумп встречает, по-моему. Да. Побоялся, ты видел? Он с бомбой бежал Зевс, Каджумп решил по нему не стрелять. Ну это... Он, по-видимому, не успел среагировать. Знаешь, что в руках бомба. Он так сыграл на чек, думает, не буду умирать, буду ждать тиммейта. А тут подарочный, да, такой Зевс бежит. Был фрик-фраг на самом деле. Одна пуля. Ну что, Дюпри. Теперь думают, а вдруг Зевс ушел. Каджумп вообще далеко, а Зевс ставит. Ну, задача минимум для пацана с 4 хп сделана. Да, однозначно. Да, бомба ставится. Но есть инфа, что он красный. Да, в любом есть... случае. Молотов. Свое дело сделал Зевс.
Мало кто надеялся, что 4 хп он выиграет. Диффузики. Экономика есть, у Нави будет АВП, не будет самого там какого-то топового бая со всеми гранатами у всех. Но самое главное, что будут у всех девайсы, будут АВП. Да, качели на второй половине, как мы видим, тут небольшой был стрик у Нави, ну а так вот раунд. Идут команды еще на табло 12-11, ну и потная катка с оверпасса переехала на карту кэш. Паузу оставить девайс. Ну, тут уже тимток, видимо, дамчанам понадобился ответный. Ответ, да. Ответ тайм-аут. После тимтока Нави... А нет, видимо, что. А, проблемы были какие-то, все-таки нет. Да. Пацаны настроены, побеждать и так. Значит, готовы. Ну что, есть АВП. С одной и с другой стороны Гвардиан, Керриган, соответственно, Сейзет с Фамасом, господи, с Галином, скорее всего. Так, нет, что? Он пауз написал Каджум, видимо, теперь Нави, да, там. Совещались. Продолжается каточка. Продолжается пот. Бешеный. Пот. Все зависит от Нави. Они могут закончить тут 2-0. Молотом на подсадку. Вот раньше этого не делали. Team Solomid теперь решили контролить все-таки центр. Видимо, поняли. Ну, Нави делают хорошую подсадку. Обрати внимание на Коча. И... Вот да, вот он. Такая вот супер засада. Товара 80-х. Прокачали из Нави. Но будем смотреть далее. К чему все это приведет? Пока куча флешек от команды Team Solomid. Так, я там раскачал чат, по-моему, спектаторов. Случайно написал букву, и там пошло. Пошло общение. Ладно, Нави. Игра от центра. Ну, знаешь, правильно вообще Нави делать, что играет через центр, поскольку на кэше это такое, ну, можно сказать, слабое место. Здесь негде укрыться как-то сильно. Одно единственное место — это за цементом, куда постоянно прилетает молотов. И вот, когда атака занимает центр, она может выбирать любое направление в атаке. Вот Керрига. На тон и взял АВП, занял центр. Здесь опенфраг, второй минусует. Ну вот Нави привыкли, что никто их не встречает. В итоге потеряли двоих. Гвардиан ответку сдал. Бомба под Б. Причем как-то уже в упоре, я вижу, Эдвард находится. Да, Денис делает хороший минус. Каджумба, которого подсадили с Б в трубу. Ну и что, будут проверять? Нет, не проверили под Керрига. А, Дюпри, даблкил. Ну тут Нави, конечно, сами уже не дочекали. 3 в 3 был раунд. Ситуация такая, что Денис должен был вообще слышать всю подсадку вентиля. Когда он убивал оппонента вентиля, он, ну, должен был понимать, что еще один может быть внизу. Но кто-то же подсаживал его сюда. Плюс, как бы, остальные тиммейты холдили под Б, и они не слышали никакой стяжки с вентру моноплен. Ну да, то по есть, логике да. Так все и произошло, но, возможно, во время боя он как-то... Нет, скорее всего, просто была упущена эта мелочь, знаешь, вот в общем, в игровом эфире. Да, просто... Но это очень сильно решило на исход раунда, повлияло. Неплохая хаешка, но только один гвардиан погибает, девайс, серия фрага, в упоре дает даблкил, понимая, что там пистолет и датчане. Ну и по ходу дела это будет 12-12, если кто-то очень жестко сейчас не пропрется из команды Нави. Ну, арморов нету, тут full sleeve. Я думаю, что в этом раунде все без шансов, будет 12-12, Нави либо что-то обсуждают, что они будут делать в общем. Ну да, пока беготня мы видим в разных концах карты Сейза Зевс, чтобы не умереть секунду. Да, скорее всего они просто сейчас общаются, обговаривают какие-то планы на будущее. Насколько я понимаю, что второго тайм-аута у ребят также нету, и вот на эко они вынуждены, так сказать... Да, использовать время по максимуму. Да. Полезно для себя. Ну, команды по урону вот вышли. ТСМ догоняли всю половину. И вот сейчас даже немного обогнали своих соперников. По деньгам впереди все еще Нави. Как мы видим, пошел перелом уже. В пользу Team Solomid. Дюпри даблкил. Зевс и Сейзет в одну линию находились. Ну и вот они 12-12. Есть деньги у Нави, но нет денежек на АВП. Ну или АВП без брони, что не лучшее решение. Нет, да, тут все абсолютно правильное решение в 5 АКМов, поскольку Гвардиану особо не давали нигде, так сказать, делать какие-то первые минусы, открывать. Ну, и я думаю, что АКМ в данной ситуации абсолютно логичный вывод. Да, снова молотом на подсадку. Нави агрессивно занимают сразу же мейн, Эдвард и Гвардиан тут же. Ну а Team Solomid играют под Б. На самом деле только мы увидим Ксипникса под точкой А. Ну вот еще девайсик, интересная точка. Да, понимают датчане, что нужно укреплять мидл, поскольку если Нави занимают его, то они очень четко понимают, что им и как делать в перспективе дальше.
Ну, девайс все слышит, эту движуху под пацаном. Конечно, конечно. И все это он говорит еще своим тиммейтам. Они будут работать здесь по информации, ну. Ну что, Эдвард, ты Гвардиан сверху. Игрок, который их подсаживал, выходит в центр карты. Есть минус от Керригана. А вы поработай. Девайс еще стоит закрытую. Тут же вентиляция, но тут все ДСМ в центре. Вот тот тайм-аут, который нужен был ТСМ. Они сейчас просто делают ридл 1-1 по плентам. И просто останавливают всю атаку на центре. Да, если вначале Нави мидл от мидла играли, из-за этого раунды получались. Вот сейчас взяли АВП, прикрыли девайс под подсадом, плюс один игрок вентиляции, вот уже 13-12 и нет денег у Нави. Да, причем они очень четкой схемой закрывают мидл. Керриган всегда вот из двух предыдущих раундов делал минус с АВП, в позапрошлом, точнее, он даже сделал два минуса, ну и дальше тиммейты его находились для себя в настолько выгодных ситуациях, что для Нави все было без шансов. Что, начало дефолтное, тут Нави, я вижу, в респе там еще что-то. Зез вообще встал, пацанов по плечам, наверное, хлопает, ну непонятно. Нет, все правильно, им сейчас нужно выдохнуть и обсудить вот то, что у них не получается, где какие позиции, ну где, как держать конкретно, вот именно, все мелочи разобрать за это эко и понять, как правильно будет выйти в мидл для того, чтобы не встретить там сопротивления такого. Да, ну, или же поломать его. Раунда какого-то супер жесткого удивления не будет, скорее всего, от Нави, то есть 5Б они навряд ли побегут так сильно рисковать. Эти могут. Могут, да? Да. Ой, они любят это. Ну, смотрим, тут, в принципе, раунд понятный, все по одному умирают. Эдвард, да, вот Эдвард убил одного. Уже неплохо. Ну что, у ТСМ есть полный расклад, Зев за погрузчиком, Эдвард Аркадий плент, Керриган его штрафует, Зев последний. И 14-12, двушка до победы ТСМ, денег, походу, до конца уже у датчан. По запасу там за десяточку. Да, с деньгами все хорошо. Но вот ту Нави напротив. Гвардиан все-таки покупает АВП. Но вот если отдают 15-й, там Галил вперед. По логике вещей вообще должна быть сейчас от Ковача охота на энеми снайпера. Я думаю, что где-то это будет в районе мида, поскольку Керриган постоянно там находится. Ай-яй, зафлешили Гвардиана, но как он выжил? Успел все-таки зайти за текстурку. Размен. Ну тут один в один, но выход-то под А. Гвардиан, по идее, должен был... Проблема в том, что Керриган хорошо всю эту движуху смотрел с АВП, и вот если он даст первый минус, будет все очень печально. Есть понимание, что куча игроков в мейне, Керриган под тайминг стрелял слепой, но не убил, ответку флешка, Нави, полуслепые. Пропрыгивают молотов за третий, Керриган смещается, ему же хаешка под ноги, напрягают его серьезно, еще одна флешка. Загоняют беднягу так, что я вообще не знаю, как он смог отсюда уйти. Ну что, бомба вышла. Хелпа тут же у команды Нави. Куча флеш и Керриган. Вот этот молотов очень неприятный для Нави. Но Флэми. Флэми на месте. За счет Эйма справляется девайс с компанией в меньшинстве. Они тут вдвоем, потому что один под Б до последнего. Ну, походу, все. На плент подобрался один датчанин. Но нет, Ваня забривает его в спину. И это очень круто, поскольку он мог наделать здесь очень большого шороха. Да, нашли игрока Team Solo Mid. Девайс до последнего сидел на Б. До последнего думал, что это развод. Но Нави вышли четенько. Но очень... Они снайпера загоняли действительно. Прям не дали ему ничего провернуть. Да, куда он не приходил, прилетал молотов, потом грена, докидывали флешки. Он бедняга только высунулся, сразу флейм его убивает в голову. Ну, а тут девайс, что решил брать раунд. Ну, тут полез куда-то флейм с 15 хп в мидл. Бомба довольно сильно пищит. Девайсу нужно идти дефьюзить. Может успеть, но нет инфы никакой. Эдвард в мейне, да, девайс такой хочется, но нет. Ну, все девайсы, кстати. Вот это вот... Не могу этого понять. У Нави не было денег. Зачем отдавать все девайсы плюс АВП? Это фейл. Это... Ну, хотя нет, по 5000, но нет АВП у Ковача. Да, АВП Ковача в руках у Керригана. Вернулась назад. Это очень приятно для Team Solomid в плане денег. Не нужно лишние 5 тонн выкидывать. Да, очень, очень как-то неаккуратно ребята сыграли концовку раунда. Отдали все свои девайсы, экономику. Где-то в дальнейшем это может сказаться. Снова мейн. Ну, как мы видим, команды подстраиваются друг под друга. По ходу ТСМ укрепляют мидл. Нави какими-то нашифровочками делают все. Ну, кстати, вот хаешка не очень приятная. Но только одного хотя бы взорвала. Ксипнис. Под точкой. Хорошо его взрывают. Сразу Ваня убивает девайса. И продолжается выход на апленд. Вот уже Нави практически все заняли. Там Эдвард был слепой, погибает еще один. Бомба выпала, но Гвардиан, ответка 3 в 3. В спине Дюпри, это плохо. Да вообще все в этом раунде очень плохо. Не хватает просто одного банального смока.
на 7. То есть от мидла, вот респа от машины. Гибри увольняет игрока в мейне. Бомба проходит, нужно ставить Нави, чтобы были деньги какие-то. Есть инфа по погрузчику. Сэзэ Сэзэ додавят. Один в один. Сэзэ дергает прицелом. 2-1 было. Да, 2-1. Я завтыкал вообще Каджумба, забыл про него. Хотелось просто, чтобы было. Да его нет, не видно просто целую карту. Я уже тоже о нем забыл на самом-то деле. А тут такой в спину, пацаны, а что тут? Игра какая-то идет. Да все, Нави делали хорошо, не хватило просто одного смока. Одного. Вот и не было бы этого минуса от АВП, и дальше они смогли бы спокойно занять плент. Ну вот почему-то никто не докупил вместо там калаша какой-то Галил или Тек и не взял этот смок. Может, абсолютно кто-то важный. Пожадничал просто. Может быть, просто не договорили там вот эти вот важные моменты. Так, кто берет этот смок? Да, бывает и такое. Но в общем этого смока не хватило, и это была очень такая острая проблема в этом раунде. Ну, на мой что, взгляд. Вот бы это, походу, казнь есть. Информация, флешка, Каджум Дюпри дали по фрагу, бомба лежит на виду, и это 1-1. Ну, все к этому идет. И тут вся колпа пришла. Эдвард последняя, грызается по девайсу с пистолетом, это 16-13. И команда Team Solomid сравнивает счет по картам. Да, 1-1 счет. Ну и что, Na'Vi, в принципе, готовы играть кэш, но еще нужно работать. Видно, что они прогрессируют и достаточно неплохо. Начали очень бодренько. Все казалось, что идет вообще по их плану. Но TSM смогли переломить. И именно вот после тайм-аута почувствовался этот перелом. Да, провели работу над ошибками прямо по ходу матча. Na'Vi тоже пытались подстраиваться. Но в итоге все-таки дефенс был слишком силен у команды Team Solomid. И у нас на кону остается третья карта. Мираж. Самая сильная карта Na'Vi. И вообще вот в последнее время все поговаривают, что это самый сильный мираж в мире у Na'Vi сейчас. То есть TSM придется не сладко. Придется не сладко, да. Но поскольку в этом матче все 50 на 50, я думаю, что на мираже точно так же. Да, ну 5-7 минут паузы, и вернемся на третью решающую карту. Не переключайтесь.